Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Тольятти. Авария произошла около 8 утра 11 декабря на улице Барковская. По словам очевидцев, 47-летний водитель Ниссана не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой легковушкой. В результате удара ее кузов сильно деформировался. Водителя, 34-летнего мужчину, зажало в салоне. Чтобы достать его, понадобилась помощь спасателей. В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу.